Так. Называется пошла. Пошла работа. Друзья, всем привет. Я решил не ждать момента, когда будут какие-то записи где-то, это еще не скоро, и записаться прямо в Измайловском парке, пользуясь невероятно теплой погодой 1 ноября. Вот что мы видим вокруг. Так, короче говоря, новости ноября. Накидаю сейчас вкратце, потому что очень много всего, и если сейчас не опубликовать, уже как бы все, это потеря актуальности будет. Первая немножко грустная новость состоит в том, что я совсем что-то разболелся, уже 2 месяца я не могу вылезти из бронхита, то ли он стал хроническим, то ли у меня это самое, просто я не могу ему дать как бы вылечиться, потому что все время езжу с лекциями непрерывным совершенно фоном, уже там за вот это буквально короткое время 13 перелетов и несчетное количество ЖД-билетов. И, наверное, к сожалению, даже если все будет хорошо и я полностью вылечусь, сейчас я пью 1 000 000 лекарств каждый день, будем надеяться, что это не хронический бронхит, что он пройдет, что я вернусь в исходное саватеевское состояние. Но уже совершенно ясно, и говорят все врачи и кто имеет отношение какое-либо к медицине, что уже после 50 в таком режиме мой организм долго может не протянуть. Поэтому, увы, это очень грустное сообщение, что я буду меньше теперь ездить. Конечно, все запланированные сейчас, да, поездки совершатся, и это даже вы можете, друзья, не сомневаться. Но, скажем, вот каждый раз, когда я куда-то приезжаю, мне говорят, ну ты же приедешь снова через год, да, нам? Или даже говорят, через полгода, да, приедешь? И раньше говорил, ну посмотрим, наверное, получится. Теперь я, к сожалению, могу сказать, что так как всего в течение года там бывает в районе 100 разных мест, то, конечно, приехать через год, да, и среди них много новых, да, то, конечно, уже там обещать в каждом месте, что я приеду снова через год, не получится. Так что, увы, вот все, что сейчас я запланировал, произойдет, но следующие визиты, кроме тех, которые по основной работе, естественно, они будут происходить, как и происходили, будут происходить реже, увы. Придется немножко обуздаться. Вот. Так, ну это вот общее такое замечание всем, кто меня куда-то зовет. Теперь еще одно замечание. Все-таки, если вы хотите меня пригласить и будете смиренно ждать, когда я смогу приехать, там, например, год или два, пишите, но никогда не пишите в телегу. Говорят мои вот ребята, соратники, что постоянно в телеграм-канале Саватеев образования возникают какие-то... сообщения для меня лично, которые, понятно, никто из них не открывает и не будет открывать. Их очень много, ну и они как бы, они совершенно не... Ну, мои соратники по делу спасения школы в России, а не по моим личным делам. По личным делам у меня, к сожалению, секретаря нет и, наверное, в ближайшее время не появится. Потому что вот эту весь объем работы все равно как-то понять и взять на себя никто просто не сможет. Вот, то есть писать мне по-прежнему только в одно место, называется hibiny@mail.ru, электронная почта, которую, значит, здесь внизу я сейчас укажу, это если вы хотите меня куда-то позвать и готовы ждать прям очень долго. Ну и по поводу тех поездок, которые уже запланированы на весну, они, конечно, произойдут. Они произойдут, я надеюсь, сейчас вылечится, и все, значит, так. Вот, просто имейте в виду, что несмотря на то, что телефон там куда-то привязан к этому телеграм-каналу, он только для общественных нужд, только для спасения родной школы в России. Вот. Значит, следующий момент связан как раз с родной школой. Я всех вас категорически приглашаю, как говорится, да? Категорически вас приветствую, говорит Дим Юрьевич Гоблин. А я говорю, категорически всех приглашаю участвовать в нашей движухе на родной школе, записываться в волонтеры, просто следить за тем, что происходит, потому что, по моему внутреннему ощущению, происходит реально какие-то тектонические события, да. Несмотря на то, что там какие-то законопроекты кому-то кажутся совсем, наоборот, убийственными, я чувствую разлитое в воздухе ощущение перелома. Вот такого, знаете, если раньше там был такой король, не знаю, король Греф, да, который говорил, все на цифру, все, какие там живые учителя, а только самые лучшие останутся, там, всех плохих заменим экраном, там, ты-да-да-да-да, вместо того, чтобы сказать, всех не очень на сегодня грамотных мы научим, подтянем их уровень, улучшим их условия,
постепенно их будут заменять более сильные, да, мы всех плохих уберем, заменим экран, да, и вот как бы мое такое робкое 5 лет назад, что да нет, нет, ребят, без учителя невозможно ничего, да, невозможно, ой, да иди ты, да, ой, ретроград, да, уйди, ретроград. А вот сейчас вот как бы чаша уже вот так, и скоро наоборот, да, скоро наоборот, вот сила вот этого кулака, он у меня в левой руке, а на, сейчас, стоп, а на экране он у меня, кажется, в правой, да, или нет? Сейчас посмотрим, как будет на видео. Вот, а который говорит, нет, нормально, ребят, классная урочная система, живой учитель, дисциплинарная власть, добротная приличная зарплата, и, значит, будем стараться спасти от административной нагрузки. И вот эта чаша может перевесить. И наоборот, Герман Оскарович, приходя там в любое место, начиная что-то вещать про школу, будет встречать улыбающихся людей, которые говорят, вы знаете, Алексей Владимирович Саватеев вам не советует высказываться про школу, потому что в ней вы профан, и вы свою прекрасную репутацию банкира таким образом просто можете испортить. Поэтому, Герман Оскарович, вы, пожалуйста, наверное, сюда, ну, если уж вы сюда пришли, вы скромно просто посидите и послушайте, а слушать вас тут никто не собирается. То есть вот как бы здесь идет реально, по-настоящему Холмс против Мориарти, это как бы финальная сцена, я думаю, что мы в конце концов победим. Я просто в это верю. Это может произойти не очень скоро, но я в это верю, и, пожалуйста, значит, с сегодняшнего дня я считаю всех, вот, кто занимается всепропальщичеством, все, кто пишет, и этот закон тоже, и тот закон, вот законопроект, смотрите, в нем вот это вот, можно вот так понять, все, ребят, завязали с этим, значит, исходим из того, что сегодня те законы, которые пишутся, если мы их не можем понять, в какую сторону их отнести, априори относим в нашу и дорабатываем путем, так сказать, ну вот нашей этой борьбы, наших общественных заявлений, громких интервью в интернете и так далее. Капля, похоже, камень точит. Посмотрим. Я верю, что через 10, 15, 20 лет мы совершенно другую реальность увидим. Вот, хорошо, идем дальше. Следующее, значит, это про мой день рождения, хочу еще раз сказать. Хотя я обещал больше на него никого не приглашать, но тем не менее, значит, так как мы поняли, что централизованно найти жилье для всех записавшихся не получится, то принято такое решение. Первое. Все, кто едут на экономикон АГУ, то есть те, кого я лично, я, Андрей Леонидов, там, ну вот оргкомитет наш, приглашаем выступать, тем все будет как бы оформлено, все сделано, проезд, проживание, все мы берем на себя, встречи там в аэропортах, где угодно. А с теми я сам свяжусь, и уже связался со многими из них, с остальными свяжусь дальше. Те, кто просто гости, просьба, ребят, на Авито просто ищите жилье в Майкопе или в гостиницах, там довольно много, на самом деле, где можно найти. Координируйтесь, в группы собирайтесь, поселяйтесь на эти дни. И единственное, что я гарантирую вам, да, это что если вы сядете в наш поезд 12 декабря в 14:30 на Казанском вокзале Москва-Новороссийск и выйдете в 9 утра в Краснодаре, не забудьте только выйти в Краснодаре в 9 утра, всех, кто поедет этим поездом, прошу мне на Хибин и Mail.ru написать, ну, собственно, довольно много уже пишет, значит, все, кто поедет, встретит отдельный автобус и вместе с нами туда отвезет. Ну, или, может быть, там нас на машине, а остальных на автобусе, если, например, там получится, у нас моих детей очень сильно тошнит, может быть. А хотя, может, и наоборот, в автобусе меньше тошнить будет. Тогда вместе поедем. Вот, так что единственное, что мы до Майкопа всех, кто этим поездом едет, мы довезем. А так мы по-прежнему, я просто хочу сказать, всех ждем и зал вместит всех, кто приедет. То есть, во-первых, все мероприятия в рамках экономикона, конечно, пройдут с участием всех желающих. А кто приехал там по горам побегать и хочет только на главное мероприятие 15-го попасть, те просто имейте в виду, что самое главное торжественное поздравление Алексея Владимировича Саватеева с моим выступлением в начале про то, что я успел к 50 годам, и дальнейшим как бы выступлением любых, значит, всех, кто захочет, пройдет 15 числа во второй половине дня, где-то там, может, с 4, с 5 начиная, и до упору там перейдет плавно в ужин торжественный. Вот, то есть 15 декабря будет. Хотя сам день рождения 13 декабря. 13 мы тоже будем там, и все, кто приедет 13, какой-то между собойчик, наверное, вечером тоже организуем. Или днем. Поглядим. Вот, а так 13, 14, 15, соответственно, с середины дня до середины дня, вот так, с 13 середины дня до 15 середины дня, будет проходить наш экономикон АГУ. Вот, так, это вот по главным новостям. Теперь
Лобачевка. 1 декабря будет Олимпиада Лобачевского. Эдик Лернер и Валентина Алексеевна Сочнева просят меня здесь всех призвать, всех, кто имеет отношение к вузам. Это Олимпиада студентов. Залезайте сюда по ссылке, смотрите описание, регистрируйте свою команду, приезжайте в Казань, все будет точно. Прямо в Казани, как в нормальные доковидные времена, все уже вернулось на круги своя. Вот, тоже не без нашей, естественно, помощи информационной. И в Казани 1 декабря выступайте и побеждайте. Так, это по поводу, значит, этого самого. Так, новость. Все, конечно, ждут, победили ли мы Кравцова и вообще Минпрос, я уж не знаю, кого там. Комитет образования Петербурга в плане Натальи Волковой. Нет, мы не победили, мы проиграли. Но сейчас я не буду говорить, чтобы не сглазить. Вроде бы, значит, общими усилиями мы Наташеньке найдем нормальную, достойную ее работу. И после этого, как сказать, покажем просто большой язык Сергею Сергеевичу. Но пока подробности сообщать не будем, где именно и как мы найдем. Я лишь, ну, сейчас констатирую еще раз факт, что Сергей Сергеевич не смог эту проблему решить, либо сам был источником этой проблемы, соответственно, несет ответственность за то, что такой прекрасный учитель покинул систему образования, и многие другие прекрасные учителя по-прежнему сейчас продолжают ее покидать, потому что при нынешнем руководстве Министерства просвещения это совершенный мордор, и, конечно, руководство должно быть сменено. Мы надеемся, что это произойдет не позже мая, когда Владимир Владимирович Путин, следующий президент России, очевидно, будет пересобирать кабинет. А может быть и раньше, может быть, не знаю. Кто-нибудь решит мне подарок на 13 декабря сделать, посмотрим. Или, может, перед выборами. Ну, в общем, мы надеемся на изменения, посмотрим, как они будут идти и как, значит, они какую форму примут. Вот, но здесь, да, здесь, значит, Наталью Волкову в Петербурге никуда не устроили. Тем не менее, за ее будущее я не сомневаюсь. За хорошее ее будущее. Вот, прекрасное и интересное. Вот, дальше идем. Ребят, кто хочет мне делать подарки на день рождения, да, из тех, кто приедет туда, и из тех, кто не приедет туда, я буду банален. Абсолютно банален. Бустер.ру, Туса Ватеев, да, по ссылочке внизу. Подписываемся и помогаем мне жить и независимо высказываться на всех ресурсах, так как я хочу, без страха, что меня самого откуда-то уволят. В данный момент уже значительная независимость существует, я хотел бы ее увеличить, поэтому все, кто хотят мне подарить, подарите мне эту независимость. Иными словами, подписывайтесь на Boosty. Разовые подарки в виде крупных сумм также принимаются на 13 декабря, потому что, как вы понимаете, у меня многомиллионные долги по разной недвижимости. И, соответственно, если вы поможете с ними разобраться, я скажу огромное спасибо. Так что 13 декабря можете вот сюда, или раньше, если захотите, присылать ваши подарки. Вещевых подарков мне никаких не нужно, и они лишь отягощат мою жизнь, потому что и так мы все завалены вещами. Квартира не вмещает уже ничего, дача не вмещает ничего. Поэтому, на самом деле, даря мне что-то вещественное, вы значительно усложняете мою жизнь. Во-первых, тем, что из Майкопа надо будет это перевезти обратно в Москву. Ну и, во-вторых, тем, что это где-то надо будет поселить. Поэтому, извините, подарки принимаются только вот в таком виде, в котором я сказал. Да. Так. Так, про это сказал. Марафон! Ну, я прям в разгар моего этого бронхита, как теперь выясняется, да, потому что кашель не проходил все эти месяцы. В разгар бронхита пробежал марафон за 4:41, даже чуть-чуть быстрее, чем год назад. Сбегал за это время еще за один раз с группой Дмитриева, один раз в горы сходил, даже выкупался в ручье. Я все надеялся, что все это вылечит мне бронхит, но оно как бы и не лечило, и не ухудшало. То есть на время я прям чувствовал себя здоровым, а потом все равно этот кашель возвращался. То есть впечатление такое, что на самом деле закалка такая странная штука. Она не вредит и не помогает, но она приятная, поэтому мы ею занимаемся. Так, огромное количество разных классных вещей за это время произошло. Интервью Манучарову, «Эмпатия Манучи», интервью Антонов такой Антонов, коллаб с Юлей Фишман из «Могу писать», с «Одиозным дедом» на его канале, интервью РВС, интервью «Православию.ру» про мою общую картину мира, так сказать, социально-философскую,
РВС — это родительское всероссийское сопротивление, это типа Кургинян им, значит, дал интервью. На канале «Культура» отличный вышел фильм, и я его перепостил в интернет, там они что-то как бы ругались, что авторские права, но я надеюсь на их понимание, все-таки, ну, во-первых, многие посмотрят, скажут: о, канал «Культура» хорошие вещи делает. В общем, надеюсь, что не будет наездов дальнейших на меня за то, что я в YouTube это залил. Ну, в качестве исключения просто разрешите Саватееву это сделать. Так, на Stepik.ru вышел курс, который был на Курсере, «Математика для всех». Я, по-моему, об этом уже говорил, я всех снова призываю туда. Так, канал Адыгейского госуниверситета. Все заходим и смотрим все видео, в том числе с моим участием. Вот так. Так, ну и все? Все? Ну и куча мелких интервью тоже здесь по ссылке. Вот, вот наш осенний Измайлово, ноябрьский день, в который будет побит температурный рекорд. 12,6 градусов до сих пор был температурный рекорд 1 ноября, но сегодня, очевидно, будет больше, уже сейчас, мне кажется, градусов 13. Так что, да, вот такое вот веселое потепление у нас тут идет в Измайлово. Ну, до этого было шикарное похолодание, во время которого я открыл лыжный сезон. Здесь проехал 35 километров плюс 7 с Юрой еще. Предыдущий день, пока выпал снег, сейчас, конечно, весь потаял. Ну, скоро начнется зима и начнутся лыжи. Друзья, всем творческих планов, всем огромный Маткульт привет, Маткульт пока. Смотрите все ролики, у нас скоро много чего интересного выйдет на канале. До новых встреч, друзья! Хе-хе.